Сегодня Одесса продолжает готовиться к возможному вторжению, нападению агрессора. So today Odessa is preparing to possible invasion. Благодаря нашим городам Херсону, Николаеву, в которых идут сейчас бои, Одесса имеет возможность подготовиться более тщательно к своей обороне. With the help of our cities, Kherson and Nikolaev, Odessa has the possibility, a little bit more time to prepare. По известным нам на сегодняшний день информация, которой мы обладаем, корабли, которые были неподалеку от Одессы, сейчас передислоцировались в район Крыма. According to today's information that we have, the battleship of Russia is now directed to the Crimea. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Another troop was directed to the Вознесенск. Таким образом, мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город путем через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом, город кажется отрезанным и в своем в окружении. So we think that we suppose that the plan is go through Vosnesensk to Transnistria and like surround Odessa. Также предполагаем, что может быть в это время подойдут военно-десантные корабли Российской Федерации и окружат наш город со стороны моря. We suppose the possible invasion from the coastline with the battleships of Russia. Поэтому мы предполагаем, что наш город может оказаться в окружении. So we suppose that our city may be surrounded. И готовимся к этой ситуации. So we are preparing to such situation. Для этого мы сегодня формируем стратегические запасы продовольствия и лекарств. So for that we are preparing the food supply, the medicine supply. Продуктов питания длительного хранения. The food that can be stored for a long time. Но нам очень приятно, что весь мир, европейские страны, не только европейские страны, сегодня нам помогают. But we happy that European countries help us. К нам приходит каждый день, ежечасно приходит гуманитарная помощь. Each hour we met the humanitarian aid at the border of Ukraine and Moldova and Romania. К нам приходят продукты длительного хранения, приходят лекарства, присылают одеяло, теплые вещи. So we received the canned food, the food that can be stored long, a medicine and another necessary stuff.